Югра не только спортивный регион, но еще и очень-очень творческий. Доказательство к этому в нашей студии не просто музыканты. Эти ребята настоящие рэп-исполнители Валентин Нетин и Юрий Теремко. Доброе утро. Доброе утро. Ребят, на завтра состоится презентация вашего альбома. Называется он... Тетрафобия. Тетрафобия. И расскажите сейчас обязательно нашим зрителям, что это значит. Это совместный проект, правильно? Да. Совместный проект. Да, мы... Ну, получается, был изначально это как экспериментальный проект. То есть мы когда познакомились, мы о существовании друг друга, конечно же, знали, но как-то мы не пересекались. То есть, получается, две группы, югорчане андеграунд. И... Еще двух не хватает, кстати, здесь. Да, вот. И получается, Вал 86 проект. Правильно? И это и получился альбом. Это первый альбом совместный. Это вторая часть. Это получается. Вторая часть. Ну, получается, что да, он как бы единый, но мы экспериментальную часть запустили первую, посмотрели, как слушатели отреагируют, и многим очень понравилось. И... Ну, работать вместе сложно или что-то шикарно. Шикарно? Но это ведь редко бывает, чтобы вот так вот раз и слились, и тем более есть команды у Вали 86, команды Югорчан, и вот две команды. Нет, ну сразу как-то какие-то недопонимания на месте, то есть... Ну, вообще, как бы, интерес был друг к другу. Давно друг о друге слышали. И интересно было попробовать именно, как мы будем в целом вообще смотреться. Ну, и вообще для многих, все привыкли, допустим, взять, если, допустим, наш проект «Вали 86», там более лиричное все такое. Так. Как бы, ну, есть, да, такие романтические композиции. Да. Ну, вообще, я когда начинал, с андеграунда, много лет очень прошло, и ребята сейчас дали мне возможность пройти снова всю эту школу. А вот югорчане – это как раз андеграунд-вариант такой, да? Да? Ну и получается, вот как бы вы расставили точки? Вот ваша задача какая в совместном проекте «Тетрафобия»? Наша задача была такой. До этого, то есть, который альбом мы выпускали, буквально два альбома там небольших были, тоже по 9 треков, наверное. Вот. У нас там конкретно, ну, было немного грязно, так скажем. Mm-hmm. Здесь наша задача была немного смягчить это, более мелодично это подать. Ну да, у вас более агрессивная подача у югорчан, имею в виду. А здесь тут, у вас да, мы как уже бы подобрее. Гармония, ну, мы конкретно к этому альбому подошли с добром. Ну, и мы за добро вообще, в принципе. Ой, это, конечно, здорово. А тетрафобия, что значит? Это ведь боязнь числа. Боязнь четырех стен. Ну, вообще, если дословно, это боязнь числа 4. Ну да. Вот. И почему именно такое название тетрафобия? Ну, чтобы боялись. Или чтобы... Нет, ну, я думала, скажете, чтобы эту боязнь преодолеть. Но нет, чтобы боялись. Это не конкретно, чтобы слушатели нас боялись, допустим, а чтобы опасались те люди, которым мы эти треки преподносим. То есть, ну, опасались манифест чего? Свой. Мы как бы несем манифест, наверное, какой-то в своих песнях. И вообще андеграунд, он же его истоки, это, ну, это Бруклин, это очень грязный рэп, это тот рэп, который не пропускали на радиостанции, на телевидении. Вообще ему очень сложно было существовать. Это именно уличный рэп. То есть, и мы здесь, можно сказать, что. Как сказать? Ну, в принципе, выдерживаем все традиции, как бы. Но при этом это мягкий вариант такого уличного рэпа, да? То есть, мы его разбавили немножко ямайскими какими-то напевами, там, звучит это очень круто. Такое свое название дали, Underraga Family. Underraga Family? Да, как-то так. Ну, а сколько по времени вообще писался альбом? Ну, я не знаю, сколько, месяц, наверное. Месяц, больше, это больше, совсем больше, немного. Больше, больше, больше. Вы заговорили о слушателе. Вы себе каким представляете слушателя? Своего слушателя. Да. Своего слушателя. Ну, на самом деле... Это кто? Женщина, мужчина, молодые ребята? Это люди, которые хотят бросить вызов обществу? Это те, кто еще не понял, любит ли он рэп и, возможно, полюбит благодаря вашему новому альбому? Ну, вообще, как бы, во-первых, это, наверное, слушатель прежде всего... Тот истинный ценитель вообще хип-хопа, да, то есть кто знает, что такое андеграунд, кто разбирается, как бы, да, в музыке, он оценит. И я думаю, что оценит он, в принципе, ну, как положительно, да, там. Ну, а вообще, в принципе, нам пишут разные
люди разной возрастной категории. Да. Разной возрастной разные категории. То есть очень многим этот альбом понравился на самом деле. То есть вот завтра состоится официальная презентация альбома, и вы, в принципе, ждете абсолютно любых представителей аудитории. Ну да. Но не меньше 18 лет, это точно. Да. Так, то есть у нас, будет такой сенс, да, возрастной? Ну, да, писала Константину, это Чивас у нас в группе, в Югорчане именно. Писала молодая девушка, ей 17 лет, вот. Она говорила, можно ли нам пройти. Что вы ей ответили? Ну, сказали, что 18+, как бы, но есть возможность пройти со взрослым. А, то есть сопровождение? Да, ну, что вроде делать бы там... мне? Я еще не достигла 18 лет. Ну, так хочется узнать. Старей, быстрее. Или жди нашего нового альбома еще, в следующем еще году. Еще на год. На самом деле, вообще пишут люди, что едут с ближайших городов, то есть специально на концерт. Ура, и думаем, что очень будет много народу, на самом деле. Ну что ж, мы вам желаем много народу и даже еще больше. Хорошо завтра презентовать альбом «Тетрафобия» в Югре. А Югре, кстати, будут треки? Потому что Вали 86 были. Обобщенные будут. Кто слушатель, в принципе, увидит все, что ему нужно увидеть и в картинках, когда будет слушать альбом. Ну и где и когда состоится мероприятие? Еще раз давайте подытожим. Мы с тобой пригласим, наверное, да? Конкретно. Мы ждем зрителей, тем более. Конкретно, да. Пожалуйста, приглашайте. Приглашите конкретно, пожалуйста, нашего зрителя. Так, в общем, всем привет еще раз. Завтра суббота, дэнс-бар. Начало в 20:00. Будет жарко, так что всех ждем, всем нашим, всех ждем наших. Ну, а те, кто еще не ваши, могут завтра стать вашими. Да, абсолютно. Будьте нашими. До новых встреч, хорошего дня. Мы скоро вернемся в студию.